Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – вплив стресу та інших факторів на соматичне здоров'я людини. У нас сьогодні в гостях психолог Олена Кітриш, яка знає, як долати наслідки стресу. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Еленочка, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы снова у нас в гостях. Елена прекрасная. Телезрители, полюбуйтесь, пожалуйста, специально для вас. Спасибо. Вот такая красота у нас сегодня в эфире. Елена, у нас сегодня тема нашей беседы – это влияние стресса и других негативных факторов на соматическое здоровье человека. Будьте добры. Вообще, что такое психосоматика и как она влияет на нашу жизнь? Психосоматика, психо – это душа, сома – это тело. Душа влияет на тело. Еще Сократ сказал, душа настраждає, тело настраждає окремо від душі. Болит душа, а страждає тіло. Когда болит душа, вот когда… Тогда и начинаются у нас развиваться болезни. Психосоматику изучали много философов, много еще 2500 лет тому изучал Гиппократ, Аристотель. Они изучали, исследовали. То есть это такая серьезная наука, да, психосоматика, что даже древние философы уже знали о ней. Естественно, это древняя наука. Они знали, что организм целостный. Не отдельно, душа отдельно, да, а тело отдельно. Это целостный организм. Психическое и физическое – это целостное. Мы не можем разделять. И они изучали это еще 2500 лет назад. В 1700 году Рене Декарт разделил тело и душу. Они сказали, людина – це тіло, яке потрібно лікувати. Вот пришел человек, да, заболел, вот, и они что? Они в душу не заглядывают, они начинают лечить просто тело, просто следствие, не причины, что там в душе у человека, они не смотрят. И этот период назывался век рискованной медицины. Елена, ну извините, что я вас перебиваю, но сегодня, в принципе, так и лечат, когда ты идешь на прием к врачу, врач не спрашивает, какое у тебя настроение, он спрашивает, что болит, что беспокоит. Да, к сожалению, есть еще такие доктора, которые лечат следствие, а не причину. Хотя есть такая наука, как клиническая психология, которая помогает докторам и изучает душу, изучает причины соматические, душевные, которые влияют на тело, которые влияют на разные заболевания, начиная от онкологии и разными болезнями. Здесь можно начинать с первой буквы алфавита. То есть психосоматика напрямую связана с физическим здоровьем человека. Да, да, да. Ну а причина? Причина – это стресс. Первая и основная причина – это стресс. Мы живем в стрессовом мире. Стресс влияет на наше тело. Мы постоянно куда-то бежим, мы постоянно находимся в напряженном состоянии. У нас преобладают негативные эмоции, негативные вибрации. Мы видим, что особенно страдают люди, которые живут в городе. В селе как-то это не сильно ощущается, а в городе вот, человек – это неотъемлемая часть природы. Естественно, когда он живет в гармонии с природой, да? Вот как раньше человек, ему что угрожали? Холод, голод, да? Если на него нападали, то он что, либо защищался, либо убегал, вот. Потому что у нас вырабатывается, когда какая-то угроза, у нас вырабатывается гормон адреналин, вот. И мы должны действовать, либо нападать, либо убегать, вот. За тысячи лет ничего не изменилось. Изменился только социум, да? И образ жизни, наверное. Образ жизни, да. Условия жизни. Условия жизни, социум. Социум наложил определенный отпечаток. Мы уже не можем нападать на человека, да? Мы должны что?
вести себя спокойно, уравновешенно. Какой-то стресс, мы же не будем сразу драться, бежать куда-то, кричать. Естественно, мы должны вести себя тактично и толерантно. А адреналин, он никуда не девается. Он что делает? Он бьет по нашим органам. Так он начинает разрушать организм? Естественно. Физическим образом? Физическим образом этот гормон, он начинает разрушать наше тело. Да, влияет он как на психическое тело, точно так и на физическое тело. Как страдает тело? Ну, например, возьмем голову, да? Вот так вот тело первое. Страдает голова. Голова – это то, что мы показываем миру. Вот тело мы можем спрятать, да, под платьем, да, под брюками. А голова – это то, что мы показываем миру. Вот. И если у нас что-то не в порядке с головой, не в порядке с лицом, троничный нерв часто, да, потому что нам надо улыбаться, а улыбаться бывает нам не хочется, потому что настроение не то, троничный нерв, да, вот. Вот это есть психосоматическое заболевание. Например, уши. Воспаляются у нас уши, болят уши. Мы не хотим слышать информацию, какая-то информация, какое-то давление, и мы это не хотим воспринимать. Просто уши вот сами по себе вот как закрываются, как пробки делаются. Потом это тоже психосоматическое заболевание. Например, глаза, да? Глаза. Мы не хотим видеть какую-то ситуацию. Нам уже так это надоело, что мы не можем смотреть на какую-то ситуацию. И у нас начинает падать зрение. Например, аллергия. Очень распространенное, да, сейчас заболевание. Говорят, что-то цветет, еще что-то. Аллергия. Мы не выносим какую-то ситуацию, не выносим какого-то человека, да. Что-то мы не выносим в этой жизни, что-то нам не дает покоя, вот что-то нас тревожит, и начинается у нас аллергия. Например, особенно это желудочно-кишечный тракт, желудок, да. Если у нас проблемы с желудком, значит, мы не можем ассимилировать какую-то ситуацию, не можем ее переварить, вот, и начинаются проблемы. Например, гипертония, да, это люди тревожные, это люди, которые хотят добра другим, но забывают о себе, вот. Вообще наш организм, он так устроен, что циркулирует кровь, да, постоянно она что, циркулирует, циркуляция идет крови, и когда адреналин, она как? Она циркулирует очень быстро, и сосуды что, сужаются. И таким образом развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас в мире очень много болезней именно и смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на первом месте. Например, ноги. Ноги. Если болят ноги, этот человек не хочет двигаться вперед. Что-то мешает ему продвигаться вперед. Он боится каких-то перемен. Сейчас очень распространенное заболевание – это позвоночник. Позвоночник также связан с психосоматикой. Это негативные эмоции, сильные переживания, эмоциональные. От сильных эмоциональных переживаний у нас могут возникнуть грыжи. Вот, именно в позвоночнике. Это нету поддержки. Если, допустим, это спина, да, это поясничный отдел, это проблемы с деньгами. Человек, постоянно, да, человек постоянно переживает какие-то проблемы. Мы знаем, какое положение сейчас в стране, да. Вот. Если шейный отдел, это человек не способен к гибкости мышления. Гибкости мышления. Вот он упрямый. У него есть какая-то, да, определенная точка зрения. И вот он не хочет ее менять, тогда у нас начинаются проблемы с шейным отделом. Ну и много разных, какие вам интересные. Елена, еще, будьте, да, добры. Все это, конечно, телезрители, вы понимаете, насколько это все серьезно, правда? И тут, как говорится, уже даже и не до шуток. Но все-таки хотелось бы быть более-менее здоровым, более-менее счастливым, более-менее как-то
гармоничным с этим миром. Такое возможно, Елена? Вы знаете, вот такое понятие, как стресс, изучал Ганс Селье, да? Он говорил, что стресс унимает только у мертвого. Что стресс есть. Хотя есть и другая точка зрения, что стресс – это индивидуальная реакция каждого человека. Для кого-то, например, публичное выступление – это нормальная ситуация. Ему это нравится, для него это счастливая, нормальная ситуация. Да? А для кого-то это огромный стресс. Для кого-то пойти в гости – это стресс, потому что он думает, что одеть, что сказать, понимаете? Это все насколько индивидуально, счастье насколько индивидуально. Главное стремиться к счастью. Главное... Ну, стремятся все к счастью, да, Елена. Да, естественно. Главное стремиться к счастью. Главное должна быть эта цель быть счастливым. И мне бы хотелось рассказать притчу о счастье, да, вот все говорят, что тяжелое время, мы сейчас живем в тяжелом времени, где недостатки, не хватает денег, в напряженном мы состоянии, панические атаки очень сильные сейчас, тревожность повышенная у людей, много вот таких вот психических расстройств начинается, вот. И такую притчу, даже историю, вот был такой философ, Диоген его звали. Вот. Это не он ли в бочке проживал? Да, именно он проживал в бочке. Вот. И он хотел провести такой эксперимент. Как можно свести минимум расходов в своей жизни? Вот. И он решил, что живу я в жарком климате, дом мне не нужен. Вот. Он начал жить, нашел бочку на берегу океана, поселился в бочке, решил, одежда мне тоже не нужна. Раз в бочке, так, да? Да. Никто ж не видит. Так как он жил в гармонии с природой, вот, ему немного еды требовалось, он питался солнечной энергией, находил на побережье еду, вот. Была у него только одна кружка. И как-то он увидел, что собака лакала воду, просто лакала вот в океане. И он говорит, а зачем мне кружка? Вот собака, спасибо, ты мудрее меня. Он выбросил и кружку. И вот в бочке, обнаженный, вот он начал пить воду только вот с рук. И как-то приходит к нему Александр Македонский. Вот. Зачем Диогену было идти философу к Македонскому. Македонский. Ну, у Диогена все хорошо. У него все хорошо, у него все прекрасно. Пришел к нему Македонский и говорит, а он лежит в бочке. А Диоген говорит, отойди, ты мне мешаешь, солнышко мне надо. Македонский, конечно, уважал Диогена. Вот. Он сделал, как тот попросил. Потом они начали разговаривать, долго беседовали. И что? Диоген ему сказал, что ответил Македонский. Вы знаете, я, наверное, в следующей жизни поступлю точно так, как вы. Точно так же, как вы. Поселюсь в бочке. А Диоген говорит, а зачем ждать в следующей жизни? Давай прямо сейчас снимай свои побрякушки, ложись в бочку и живи. Он говорит, нет, ты знаешь, наверное, в следующей жизни. Это говорит о том, что у каждого человека есть свой кармический путь. У каждого человека есть свое предназначение в жизни. Возможно, Диоген, он уже заканчивал свой кармический путь. Возможно, в следующей жизни у него будет семья, у него будет много забот, понимаете? А Македонский, у него еще было впереди много заданий, которых надо было пройти. Поэтому счастье у каждого свое. Вот. И не всегда это в материальных благах. Вот. Ну, стремиться к гармонии надо. Конечно, влияет это экология, влияет, как я сказала, люди, которые живут в городе, эти излучения электромагнитные, да, потому что сейчас приборы, все, телефоны, да, все у нас намагниченное. Это влияет очень сильно. Как и в предыдущих передачах, я рекомендовала
побольше что, куда выезжать? В лес, на природу, там, где мы можем быть наедине с природой, где мы можем получать энергию Земли. Нам очень сильно не хватает именно энергии Земли. Энергии Земли, потому что это у нас заложено энергетически еще нашими предками. А мы живем где? Мы живем в высотках. Вот. Мы дышим. Оторваны от земли, да? Да, мы оторваны от земли. И понятно, стресс, он просто зашкаливает, он просто превышает вот тот порог чувствительности, который допустим. И начинаются вот эти вот болезни, начинаются вот эти вот психические расстройства, которое мешает человеку. Даже... А вы знаете, Елена, есть еще другая крайность, когда человеку не хватает адреналина в крови. Например, он живет и считает, что он скучно живет, что он живет однообразно, и в поисках за вот этой порцией адреналина он может и пускаться в опасные путешествия, и прыгать с вертолета, с парашютом и так далее. То есть вот именно нехватка адреналина. Это тоже крайняя сторона стресса? Да, это крайняя сторона стресса. Это, конечно, люди разные. Каждый человек индивидуален. Как я говорила, что нету двух одинаковых снежинок, нету двух одинаковых отпечаток пальцев. Каждый человек сугубо индивидуален. Каждый. Кому-то нужен адреналин в жизни, и ему просто это жизненно необходимо. Вот он привык, да, например, вот любители рока, да, им это нравится, им эта музыка их возбуждает. Хотя психологически доказано, люди, которые любят рок, они меньше всего живут, потому что разрушается кора головного мозга. А люди, которые любят классическую музыку, спокойную музыку, они живут дольше всех, потому что ихнее тело, ихняя психика, она находится в гармонии. Вот. Поэтому, да, есть и такие люди, которым просто жизненно необходим адреналин, и они его ищут. Но это минимум. И тем самым разрушают себя. И таким образом разрушают себя, разрушают свое тело. Вот. Но мне кажется, что в нашей жизни сейчас стресса насколько много, насколько достаточно, что искать его где-то еще на стороне. Сейчас нужно, наоборот, искать способы, которые помогут восстановить психическое здоровье. Сначала психическое, а потом уже физическое. Да, вы знаете... Итак, один из способов, вы говорили, это побольше бывать на свежем воздухе, в парке, в лесу, ну, где есть возможность. Вот, хотя бы около подъезда, в палисаднике. Вот смотрите. Еще. Вот смотрите, для психики, вот, допустим, необходимо, когда мы в стрессе, побыть немножко в тишине. И нам что, хочется лечь, свернуться клубочком, да, как в утробе матери, и тихонечко полежать. Но это для психики. Для физического тела нам обязательно надо двигаться, потому что этот адреналин, который зашкаливает, да, который бьет по внутренним органам, а особенно по слабым, потому что стресс, он ослабевает иммунную систему. И человек что? Опять же, слабые органы, они начинают болеть. Именно этот адреналин, чтобы он вышел, он должен выйти через движение. Вот. Если для психики нужна тишина, то для физического тела нужно движение. Хорошо, как совместить тишину и движение? Ну, вы знаете, не рекомендуется, но день можно полежать. День в тишине. Вы знаете, еще рекомендуется устраивать день тишины. День тишины. Просто молчать. Просто молчать, потому что когда мы много говорим, опять же мы теряем энергию. И вот устраивать такие дни тишины и наполняться этой энергией. Потом для физического тела мы должны заниматься спортом, либо быстрая ходьба, либо, вот, например, Луиза Хей, она рекомендует это колотить подушку хотя бы раз в неделю. Колотить это как? Бить ее, да, что ли? Да, да. Конечно, не ту подушку, на которой вы спите. Это должна быть отдельно подушка. Но раз в неделю, чтобы выход, потому что все негативные эмоции, они остаются на уровне тела.
все наши обиды, все наши переживания, все наши недовольства собой, вся наша зависть, критика, неодобрение. Вы знаете, сколько, если разобраться, сколько у человека разных там внутри переживаний, да, и если анализировать их, вот, их очень много. И это все человек переживает внутренне. Сколько отрицательных эмоций. А самое главное, отрицательная эмоция – это страх. Сколько у человека страха. А страх, он просто разрушает энергию человека. Он просто поглощает ее. И когда у нас страх, наше тело сгорает. Оно сгорает. Вот. И что мы делаем? Чтобы вот когда страшно, когда негативные эмоции, вот женщины, да, я думаю, мужчины, мы кушаем сладкое, да? Мы начинаем заедать сладкое. Ну, кто кушает сладкое, кто может к бутылочке приложиться. Да, да, мы начинаем искать где-то какое-то удовольствие, наркотики, алкоголь, либо сладкое. Мы начинаем заедать, мы начинаем полнеть, мы начинаем не любить себя таким образом, понимаете? И начинается вот такой вот заколдованный круг. Заколдованный круг. Который, в принципе, может засосать, и человек может даже погибнуть в этом круге. Естественно, конечно. Но у человека очень много сил. Очень много сил. Сначала мы рассказали о том, что человек вообще практически бессилен, Елена, потому что это все на него влияет, все его убивает. Но телезрители, оказывается, нет, не раскисайте. Сил, да, очень много сил. Потенциал у человека очень высокий. Мы используем свой потенциал, но вот одни люди на 5%, некоторые на 10%, это максимум на 10%, а вообще у нас 100%. Вы представляете, 90% находится в резерве наших возможностей, 90%, они остаются за пределами. За пределами наших возможностей, да? Да, за пределами. Они скрыты в нас. Они скрыты, они скрыты. Вот знаете, как Джордж Кеннеди сказал, что такое счастье? Счастье – это когда человек использует силу для самосовершенствования. Счастье – это сильный человек, это который не боится трудиться над собой. Понимаете? Сильный человек, не слабый, он не раскисает, да, стресс, да, трудности, да, тяжелое время, да, тяжелая ситуация, но не стоит падать и отчаиваться, и ложиться, впадать в депрессию, в какую-то фрустрацию, нужно собираться, нужно мобилизироваться. Что такое кризис? Кризис – это поворотный путь, кризис – это решение. Именно в такие ситуации, вот как сейчас, всегда люди чего-то достигают и начинают по-другому мыслить. Понимаете? И в любое время надо радоваться жизни. Вот. Даже когда не хочется ей радоваться, все равно надо себя заставлять. Надо радоваться. Все равно надо радоваться. Нашей планете сейчас просто катастрофически не хватает счастливых и радостных вибраций. Стрессовых очень много, а именно радостных вибраций. Знаете, как Достоевский сказал? Он говорит, если вы хотите узнать, какой человек, заглянуть его в душу, не слушайте, что он говорит, не смотрите на то, как он молчит, не слушайте его какие-то изречения, а послушайте то, как он смеется, насколько хорошо он смеется. Если он хорошо смеется, значит, он хороший человек, понимаете? А что, можно смеяться и по-плохому? Вот хорошо от души смеяться. Вот знаете, вот не как-то искренним так, смехом, искренним, да? Искренним смехом, да. Он сказал, не главное, что он говорит о высоких материях, главное, чтобы человек умел радоваться жизни, умел смеяться, умел излучать в мир эти положительные, позитивные эмоции. Этому можно научиться, Елена, или это уже заложено природой? Это не то, что можно научиться, над этим надо работать. Человек вообще над отношениями надо работать, над всем надо работать. Вот человек родился, да, вот как говорится, табула раса, чистая доска, и надо работать.
И постоянно надо работать. От рождения и до самой смерти у нас неограниченные возможности. Независимо, сколько нам лет, 40, 50, 70, мы можем всегда начать жить сначала. Мы можем всегда научиться чему-то новому. И в любое время. Это да. Ваша рекомендация как психолога? Конечно. Не бояться жить сегодня и именно этот день начинать сначала. Да, и именно здесь и сейчас. Больше улыбаться, больше радоваться, излучать мир позитивные, хорошие эмоции. Нашей планете это просто жизненные необходимости. Знаете, у царя Соломона на кольце было написано: «Все проходит, и это пройдет». Так что все проходит, все. Лишь любовь остается всегда. Да. Елена, спасибо вам большое за ваши замечательные рекомендации. Спасибо за то, что вы украсили наш эфир. И я думаю, что наша Земля чуточку стала счастливее, потому что наша сегодняшняя гостья Елена Китриш, она излучала радость и любовь, которой и наполнится наша планета Земля, но заодно и вы, телезрители. Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, а в ваших сердцах будет радостно. Це була розмова на тему. На все добре.